Бой часов раздастся вскоре. Ой, слушай, не вертись перед глазами, ты мне мешаешь. Хорошо, прости. Пять минут. Опять 5 минут. Сколько можно, я не знаю. Даже в эти 5 минут можно сделать очень много. А что можно сделать в эти 5 минут? Вызвать такси и, сломя голову, мчаться к Мармызиным. А что, разве это плохо? Поедем, встретим Новый год в чудесной компании. Mm-hmm. Там, значит, так будет Аркадий с Ниночкой, Полосухин и Борис Савельевич. А Борис Савельевич, я все наизусть знаю, что будет. Наша... Борис Савельевич встанет и скажет: «Дорогая Маня!» Но... А потом споет: «Из-за острова на стержень». Слушай, на стержень ты хочешь сказать? Я знаю, что я хочу сказать. Ну, хорошо, хорошо. Я хочу сказать, что будет столько народу и ни одного физика. Кого? Физика. Физика? Да. Слушай, химика, зачем тебе нужен физик, я не понимаю. Ты знаешь, в какое время мы живем? Да. Ты знаешь, какие у нас достижения? Да. Ну, ты понятия имеешь, как далеко шагнула косметика. Да при чем тут косметика? Что при чем тут косметика? Какая косметика? С этим человеком меня связала судьба. Ой, косметика — это наука, которая изучает космос. Читать надо больше, голубчик. Слушай, миленький, это космос изучает не косметика, а космография. А это одно и то же. Да, но это с твоей точки зрения. Боже мой, а как меняются люди? Люди молодеют буквально на глазах. Да, а вот это в этом заслуга косметики как раз. Между прочим, можешь не острить, это я не о себе говорю. Боже мой, была бы моя воля, села бы в ракету и полетела бы встречать Новый год на Луну. Да? Да. Интересно. Одна собираешься встречать или вместе со мной? Между прочим, не ищи себе лазейку. Да. Одного тебя на земле я, безусловно, не оставлю, не надейся. Ну, так вот что, милая. Да? Я тебе не хотел говорить. Ну? Но теперь я тебе скажу. Что? Собирайся, мы полетим встречать Новый год на Луну. Ты что, уже, кажется, встретил Новый год? Ты что, с ума сошел, что ли? Я тебе говорю совершенно серьезно. Ровно через 15 минут отходит ракета. Какая ракета? Опытная. Опытная? Да, 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 да. Значит, ей можно довериться? Ну, конечно. Слушай, я же уже билеты заказал. Какие ты заказал? Мягкие, плацкартные? Межпланетные. Я надеюсь, в оба конца? Ну, конечно. А мне ты заказал нижнее место? Да, слушай, ну какое это имеет значение? Огромное. Во-первых, это удобнее, а потом все-таки нижнее место, ближе к Земле. Ну, собирайся. Мы летим встречать Новый год на Луну. Это колоссально. Клава Габарицкая просто лопнет от зависти. Пошли. Ну, пойдем, сумочку возьми. Ой, зачем ты меня запихал в эту ракету? Я боюсь. Спокойно, я сам боюсь. Ой. Не понимаю, зачем ты меня привез сюда, на эту Луну? Ну, просто поразительный человек. Ты посмотри, как здесь интересно. Ну, прямо как в сказке. Ну, что скажешь? Прямо смешно. Ну, что смешного, я не понимаю. Я вспомнила твое выражение лица, когда мы пролетали мимо Венеры. Ну, признайся, тебе там хотелось сойти, а? Да, ну перестань. Слушай, деточка, ты лучше сделай шаг. Видишь, ты уже не имеешь никакого веса. А, понимаю. На Земле тебе это сделать со мной не удалось. Ты решил отыграться на Луне. Ну ничего, ничего, мы еще вернемся на Землю. Слушай, но ты чувствуешь, что ты стала совсем легкой? Чувствую. Слушай, ты интересуешься физикой? Вот объясни мне, почему это происходит. При чем здесь физики? Просто я была в Кисловодске, потеряла 4 килограмма, и вот результат. Бабочка, просто бабочка. Ты оглянись-ка вокруг, нет души. Ну, это я уже на Земле тоже видела. Да? Да. Где же ты это видел? Это я видела в зрительном зале одного из московских театров. Какого именно?
Знаешь, мне кажется, что за нами наблюдают с земли и нас слушают. Да. Мне не хочется портить ни с кем отношения, я тебе потом скажу. Это правильно. Ой, какая звездочка! Посмотри! Где? Посмотри, вот. Пока. Вот. Видишь? Слушай! Ну? Это же наша земля! Это земля? Ну, конечно! Такая маленькая, не может быть. Да я тебе уверяю, что это земля. Сколько же на ней помещается людей? 2,5 миллиарда. Сколько? 2,5 миллиарда, что такое? На такой маленькой разместили 2,5 миллиарда людей? Я понимаю, почему у нас так тесно в квартире, а? Ну ничего, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Слушай. Что такое? Я совершенно не вижу ни одного лунатика. Ах нет, вот один есть. Да ну что ты. Не, ну а куда они все подевались? Ну, деточка, ну откуда я знаю? Может, они тоже встречают Новый год, кто их знает? Ну, конечно, у них здесь своя жизнь, свои луниверситеты, свои лунивермаги. Ну, знаешь, все-таки очень скучно. Вот что, я тебе так скажу. Достань мне сейчас хоть одного лунатика или вези меня на землю. Ну-ка, настрой приемник, послушаем, что на земле. Да. На земле музыка, там весело, там люди, угу. Там наши друзья. Угу. Хочу на землю. На землю захотела. Зачем ты меня привез сюда, на эту луну? Ракету мне, ракету. Ну вот мы вернулись на землю. Да. Сейчас поедем к Мурмызиным, скажем, что мы были на луне. Но ведь нам никто не поверит. Ведь это же могут подтвердить сотни тысяч зрителей, которые нас только что видели. Товарищ, вся надежда на вас. Подтвердите, пожалуйста, что вы нас видели, что мы были на Луне. Да, пожалуйста, подтвердите. И что мы с радостью вернулись на нашу родную землю, в нашу любимую Москву. Которая весело встречает. С Новым годом, дорогие товарищи. С новыми успехами. С новым счастьем, дорогие друзья.